Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Дисан и Жека, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Троллинг в Майнкрафт». И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки. Помните, только благодаря вам выходит эта серия. Ой, да, и вы прекрасно знаете, что сейчас нужно делать, конечно, влепить огромный палец вверх и на мой видос, и на видос Жеки. Давай наберем по 15 тысяч лайков, и мы обещаем то, что новая серия троллинга не заставит себя ждать. А мы побежали, побежали! Давай, быстро давай уже! В общем, на чем построена моя сегодняшняя карта троллинга? У меня на втором канале вышел блог, где мы с Евгением ходили в парк аттракционов. И мы там побывали на самых страшных аттракционах во всей России. Вот. И Жека настолько там сыковал, что вообще ничего даже не попробовал. Вообще ни на каких практически аттракционах не побывал. Побывал, но не на всех. Вот. Это у меня в блоге на втором канале. И сегодня, ребята, мы в серии будем его отучать от этого страха, от этой боязни высоты. То есть мы его отправим на самую большую башню свободного падения в Майнкрафте. И также на небольшие какие-то американские горки. Хоть это и не совсем американские горки, но вы поймете, в чем тут будет суть. Вот, поэтому, ребята, ставьте лайкусик обязательно, обязательно. Если ты еще сейчас не подписан на канал, то прямо сейчас подпишись, мне будет очень приятно. Очень приятно, и также нажми на колокольчик. Да, да. И сегодня еще стрим. Сегодня 5 сентября, 7 часов вечера по Москве. Поэтому обязательно приходи! А сейчас мы пойдем на карту Евгения, пройдем его троллинг как можно скорее, и потом вернемся на мою карту. Поэтому погнали. Так, Эдуардо Перецьязо, я вас прошу зайти на мой троллинг. Я готов, я готов, Евгений. И включить еще гейммоды, а хотя... Да. Гейммоды 2. Не-не-не-не, давай, об этом мы с тобой не договаривались изначально. Договаривались? Нет, смотри, короче. Не было такого. Ну, я сегодня подумал и ничего не придумал, поэтому сюжета в моем троллинге нету. А, то есть и даже троллинга нету. Хорошо, пошли тогда на мою карту. Да, пошли. Просто, знаешь, тут гора, вот походи по горе. Гора, вот, тут гора. Какая-то постройка непонятная, вообще не знаю, зачем это построил. Ну, четко, наверное, прикольно. А вот. Что вообще делать, у меня такой вопрос? А я не знаю, мне кажется, тебе нужно прыгать явно не в лаву, но... Да, нет, то, что я, да. Ну, в лаву это плохая идея, это очень плохая идея. Вот, ну, смотри, а если вот сюда... Моя игра, понимаешь? Открытый мир для выживания. Моя ходи, игра, проходи. Моя игра, так, хорошо, хорошо, проходи. Хорошо. Эдисон, дам тебе маленькую подсказочку. Ну. Не дам тебе никакой подсказки. Ну залезь на гору, залезь наверх. Ага, и как я должен туда залезть? Ну тут всякая вот такая вот какие там. Всякие такие-то там, типа. Ай-яй-яй-яй-яй, аккуратно, аккуратно. Так, ты давай осторожно. Я молодец, молодец. А чё за гора вообще? ЖК. Это слишком сложный паркур, слишком сложный паркур. Давай, давай. Опа! Опа! Хорошо, хорошо. Что? Все. Да. Дальше что? Я залез. Я, в принципе, да. Молодец, да. ЖК, блин, у меня голод, у меня голод, голод, понимаешь, голод. Ну так ты включи там писифул. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мамочки, ой, мамочки. Мамочки, родненькие, да. Эдисон, если дам подсказку, тебе сюда пока что залазить нельзя. Короче, паркур не доделан. Тебе нужно его доделать самому. А ну до этого ты должен будешь найти кое-что вот в этой части карты. Да ты с ума сошел, зачем я сюда залезал вообще? А ну, хорошо. Посмотришь, тебе нужно да, прийти да, потом да, паркур. А где, в какой части карты? Где-то здесь, мне кажется, что-то там такое должно быть, такое где-то, вот что-то там, что-то где-то. Что-то нашел, да, нашел, опа! Я вообще молодец, я тебе так да, скажу. Ну, ты молодец, да, ты молодец. Mm-hmm. Mm-hmm. Ага. А зачем я сюда забрался? Я не знаю. Зачем о чем мне дальше делать? Не знаю. Да, а зачем? Сундук. Где? Видал сундук? Да, а как мне туда попасть? Не знаю, Эдисон, не знаю. Ой-ой-ой! Мать твою, ты... Сумасшедший, ёб твою! Ты сумасшедший, как я то... Я в воздухе должен что-то забрать? Нет, ты должен долететь до туда. Я как, если я туда не могу долететь? А ты спринтуй, как форсаж, тебе разрешают на спаунпоинт поставить, забыл скайп. В смысле спринтуй? Куда спринтуй? Вот ты в воздух, понимаешь, ты летишь, ты должен... Спринтуй! Спринт, включай форсаж! Какой спринт? Я в воздухе лечу, какой спринт? Ну, контрол, нажми контрол. В воздухе! Да, это работает. Я тестировал карту, да. Давай, у тебя получится. Где? Окей. Все нормально, все так. Ой, опять что-то не туда прилетел. Жека, спринт этот твой не работает, я тебе так скажу.
Так, у тебя что-то не работает. Я понимаю то, что ты создавал вот это, но как бы человек, который вообще не шарит в этом, это как-то нереально. Хорошо, давай еще раз, я тебе сделал там полегче. Опа, перелетел! Ой, он не работает, у него что-то там перелетело. В смысле полегче, что-то не могу понять. Я тебе там блок поставил еще один, чтобы ты здесь мог долететь. Я сейчас пройду это испытание и в сраку тебе его засуну. Сейчас давай раздвигай свои ворота. Да, тут Эдисон, все изи, понимаешь? Real talk, какие изи? Нужно просто быть немножко внимательнее и аккуратнее, понимаешь? Опа, молодец, все. Теперь тебе нужно открыть... Я обещал то, что я пройду, иди сюда, давай. Становись, я в задницу буду тебе карточку засовывать вот это. Давай, раздвигай ворота, давай, иди сюда. Не хочу. Ну тогда все. Заходи в домик, заходи. Ну ты просто нажми и все, больше ничего не делай. Вот все, нажми и уходи отсюда. Хватит. А что оно не работает, не запускается? Оно работает, оно уже все сделало, что нужно. Так? Я правильно все сделал? Я тебе говорю, тебе нужно достроить паркур. Ты его достроил, все. Все очень просто. Не надо меня бить. Так, хорошо. Впереди наверх, просто наверх. Идти наверх получается, да? То есть вот прям сюда, вот прям вот так наверх, да? Прям по паркуру вот так. Сложный паркур. Ой-ой-ой. Тут смотри, видишь, блок появился, теперь прыгай на этот блок. Опа! Что за наркомания? Ты что употреблял перед серией, а? Я тебя... Опа! Так, Эдисон, ты где? Я не знаю где. Ага. Тут, знаешь, тебе, ну ты нужно будет сейчас зажигалочку найти. А зажигалочку нужно. Да мне кажется, я и так справился со своим заданием. Зажигалочка у тебя есть 100%, вот. Ну ладно, на самом деле я тебя реально не хочу мучить, только проблема в том, что я не могу даже инвентарь открыть в этой ловушке. А я никуда тпхнуться не могу. Ты не выходи отсюда. Да отпусти меня, пожалуйста, отпусти! Я ни в чем не виноват, отпустите меня, пожалуйста. Я не могу тебе дать зажигалку, честно, я тебе хотел дать зажигалку, но не могу, ничего выкидывать там не могу. Ты понимаешь, ты майн поломал, что нам делать сейчас? Да, ты просто кильнись, понимаешь? Ага, мне кильнуться. Я даже кильнуться не могу. Да? Я в чате ничего писать не могу, что за дичь? Все, это самая просто уникальная ловушка, которую ты когда-либо видел. Ну ладно, я тебе помогу. Короче, должен был найти зажигалку на моей той части карты. И взрывай ТНТ! Только ТНТ еще взорвался, нужно будет бежать! Бежать нужно будет. Куда бежать? Спасибо. Хорошо! Спасибо! Я побежал! Я нашел путь так побыстрее, да? Я честно не знаю, почему все поломалось. В общем-то, это был уже почти конец, поэтому я думаю, нам туда возвращаться не стоит. Я честно не знаю, что с этой картой стало. Почему это мне еще не работает? А где вообще было? Это в аду, да, было все? Да, это все было в аду. Я честно не знаю, как сделать, что работал. Понимаете, этот гений настолько построил какую-то заумную ловушку, то что сам не понял, как она работает. Я реально сам не застрял, не знаю. Я тебе похлопаю, даже такого у нас еще не было. Спасибо, пойдем. Пошли. В общем, Евгений. Но, давай. Я уже своим подписчикам объяснил. Заходи, но стой только на месте стой. Я уже своим подписчикам объяснил то, что у меня на втором канале вышел влог, где мы вместе с Евгением ходили в парк аттракционов. Помнишь, было такое? Да, помню, вот. Помню, да. Мы с Евгением очень даже там развлекались, в скором времени мы также еще раз туда пойдем. Я не хочу, может я все скажу? Я понял, на что это намек, я понял. И Жека очень... Я боюсь высоты аттракционов. Очень боится высоты. Поэтому, Жека, сегодня мы будем избавлять тебя от твоих страхов, понимаешь? Мне еще побояться, когда я там приедет Игорь. Да, ну это башня свободного падения. Это то есть подготовка, да? Это реально подготовка, когда мы в следующий раз пойдем в парк аттракционов, чтобы ты не боялся, а сразу пошел на самый гигантский аттракцион, самый страшный, понимаешь? Это не аттракцион, это просто ловушка. Все, мне кажется, уже самый страшный испытал, все. Тебе нужно забраться как-то вот туда, на самый верх, понимаешь? А как? Я не знаю. Я вижу кнопочку наверху, но я на нее не смогу нажать пока что. Да, пока что ты на нее не сможешь нажать. Вот! Вот. Вот. Так, в этом сундучке ничего. Вот. А если ты не сможешь туда нажать, значит тебе надо найти какой-то другой способ, да, проникнуть туда. И как ты заметил... Да хватит умирать тут. Я сундуки проверяю, понимаешь? Как ты видишь, у тебя есть тут две двери, да? Одна красная... Сюда смотри. Сюда смотри! Я сюда! Смотри, вот тут есть красная дверь, да? А там синяя, да? А там синяя, да. Сначала тебе надо попасть в синюю. Понимаешь? В синюю. Ура, синий мой любимый цвет, ура. Водичечки. Так, подожди. Тут, я, конечно, понимаю, но я не могу туда залезть. Ну нет, ты можешь туда залезть. Как? Что ты делаешь? А как я туда залезу? А что ты делаешь?
А, типа сверху надо как-то прыгнуть? Нет, вот что. Я не знаю. Я не знаю. Этот троллинг ты сам должен до всего додуматься, понимаешь? Не, я понимаю, но тут. А, ну окей. Подождите. А! Ага. Ага. Ага, стоп, а как? Надо ложиться, ложиться, надо прилечь. Прилечь, отдохнуть. А, опа! На синюю шерсть, всё. Подожди, отлично, подожди. А тут. Да ты подожди, иди сюда. Да что там, я уже нашел вот рычаг. А, ты молодец. Да, ну ты, конечно, молодец, молодец. Иди сюда. Вот тут еще в этом сундучке тебе дам подсказочку, вот в этом. Чтоб тебе в башне свободного падения пригодилась вот эта фигня. Поэтому забирай. Да, 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 конечно, конечно. Там ничего нет. Да не в том сундуке! Не в том, понимаешь? Я уже все посмотрел. Не в том! Вот! В общем, тебе нужно. Да куда? Это сейчас что было вообще вопрос? Ты должен меня слушать, понимаешь, блин, дебил? Ты меня должен слушать, я тебе говорю, да, в этой водичке что-то есть. Да нет там ничего, я... Так, ага, есть, да я уже там умер 500 раз, хватит. Ну да, хорошо, хорошо. Так, подожди, 1-2. 1-2. Испытания. Так, ты дурак, вот, вот скажи мне, ты дурак. Если тут написано 1-2, почему ты изначально нажимаешь на 2, если 1, и 1, цифра 1? Ну вот один, она ничего не делает. А резистанс не дает тебе случайно? Понял. Это не пай резистанс. То есть я еще и гореть буду, еще и нажать должен, нормально. Да, ты должен нажать на вот эту кнопочку, на которую очень сложно нажать. Ой, это больше свободного падения. Да, я вспомнил то, что ты такое проходил, поэтому я специально тебе еще раз такое испытание, твое любимое. Любимое испытание тебе построил. Вот. Я вообще там туда ты куда? Да, вроде туда. Башня свободного падения. Пока ты не нажмешь на кнопочку, ты не избавишься от своей боязни высоты, понимаешь? Да я в Майнкрафте не боюсь. А, ну, а потом в реальной жизни. Не надо, пожалуйста, не надо, не надо. Я сейчас буду так же угорать, как в влоге. Вот, когда Жека с закрытыми глазами. Я хочу заколебаться падать, ну ёкарный бабай. А, Дима, убейте меня, пожалуйста. Это я бы так высоко. Не надо такого, Жека, ты мужик. Нет, там я был с закрытыми глазами сидел. Тут я как у тебя с закрытыми. Ну, потому что это Майнкрафт, да, поэтому я тебя подготавливаю. Подготавливаю к настоящему. Я манал эту кнопку, да как? Руками, ручками. Я еще из-за огня этого сраного ничего не вижу. Ручками нужно нажимать. Ручками, я тыкаю, Да ты тыкай, ну ты тыкни. Да тыкни ты наконец-то. Я тыкнул. Не, значит не тыкнул. Я тыкнул. А, все. А, вот сейчас тыкнул, молодец, в общем, Евгений. А, там вода, мне туда прыгать или как? Не знаю, наверное. Наверное, если я там сейчас умру, то я не буду снова это проходить. Ну, мы посмотрим, будешь ли ты снова это проходить или не будешь это снова проходить. Опа! Так, Евгений. Так. А ничего то, что там был сундук, с которого тебе нужно было забрать нужный тебе предмет? Иди сам, пожалуйста, я не хочу сундук, я тебя умоляю, все, не надо. И только потом нажать? Пожалуйста, можно меня скинуть это испытание? Ну, я не хочу, ну, я подумаю, падать. Но если ты хорошо меня попросишь, то хорошо. Да, пожалуйста, я не хочу больше падать, я заколебался. Прям пожалуйста? Да, прям пожалуйста, это пипец. Ну, хорошо. Я нажал, да? Или ты сам нажал? Я сам нажал, давай. Такс. Где сундук? Что-то я не вижу никакой сундук. Так, не бей меня, не надо. Я тебя не бил. Да. Я тебя не бил. Так, подожди, а где сундук? А, это типа... Да ладно. Так, молодец, остановись. Опа, следующее испытание, быстро. Следующее испытание. Так, сколько? Ага, и что это такое? Тут у нас будут небольшие американские. Американские горки, после которых Жека прям вышел синим. Или как ты там говорил? Прям белым или белым. Вышел белым, потому что он прям ничего не соображал, где я сейчас побывал. О. Вот, поэтому тебе нужно пробраться туда внутрь. Бери лук, бери стрелы. Я уже взял, да. Молодец. А как? Я не вижу тут... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Так. Да, давай. Так. Как это? Да! Попал! А, вот. Молодец. Так, садись. Чё ты? Ага. Ну. Поехали! Поехали! Я не могу стрелять! Надо растишку нужно! Растишку! Ты забыл про растишку, Евгений? Как ты мог? Нет, не забыл. Бей растишку, чтобы расти. Растишка полезная. Это не реклама, это просто вот факт такой. Давай, вот, молодец, стреляй! А я не могу... А,
Все, понял, понял. Понял, понял, да, понял. Американские горки, американские горки, давай. Опа, опа. Да, да. Ага, так. У нас один. Один есть. Один, давай, давай, давай. Давай. Будем а тебя... нужно 20? Нужно 45. Давай, нужно тебя тренировать. Тренировай, чтобы ты не был, как это сказать, пусечкой, понимаешь? Давай, да, да, да. Давай, еще, еще всего, лишь, пипец, всего лишь 19 алмазов, 19 алмазов, понимаешь, всего лишь это 19 пипец, алмазов. Сложно. Угу. Сколько у тебя их уже? А у меня стрелы закончилось. А почему ты не все взял, там было пару стаков? Да, я только из одного сундука взял. А ты, конечно, и что сейчас делать? Ну что, я тебе дал стрелы, поэтому давай, в добрый путь, Евгений. Давай, нажимай, давай, бей туда, туда. А почему это ты ненавидишь? Ай! Ай, почему это ты ненавидишь? У меня такой вопрос. Это все очень просто. Не знаю. Понимаешь? Просто ты как-то возьму, беру. Я чего, вообще чего? На самом деле могу даже не стрелять. А, ты можешь даже не стрелять, ты, конечно, читер, я тебе так скажу. Вот. Ну да, давай, да. Сколько у тебя алмазов? Сколько алмазов? Алмазов сколько? 7. Ну, я там, конечно, тебе помогал. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Давай. Давай, нажимай! Опа! А почему один алмаз в воду упал? В лаву, точнее. А вот, конечно, да. Ай-яй-яй-яй-яй! Вот. 9! Давай, 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 давай! Надеюсь. Тыкву, тыкву. Да куда? Я тебя! Да куда ты меня? Я не тут, я не туда! Да что, я не могу попасть, меня кружит всего! Нормально, нормально. Дюпаем алмазы, дюпаем алмазы на одном месте. Давай! В другую сторону, давай! Опа! Опа! Давай еще раз, еще раз в другую. Опа! Опа! Давай, давай, поехали, поехали в другую сторону. Давай, давай! Сколько у тебя алмазов? Сколько? Не знаю, подожди, я занят. 13. Сконцентрированный Евгений. Сконцентрируйся на кнопочке, давай. Концентрация. Концентрация. Концентрация это главнее всего. Поехали. Поехали. Сколько? Сколько? Подожди, подожди. Ты что-то сильно делаешь? Что такое? Сколько? Да не важно, не важно, сколько у меня алмазов. Я заберу все алмазы. Нет, ты скажи, сколько у тебя алмазов. Нет, нет, ты скажи, сколько алмазов. Скажи, сколько алмазов. У меня алмазов нужны всем. А то их тут без границ. 20. Ну ты, конечно, молодец. В общем, Евгений, в общем, шо мы сейчас с тобой... Очко, у меня очко. Я тебя поздравляю, искренне тебя поздравляю. Вот. Нажимай на кнопочку. Ага. Да, да, да. Добро пожаловать, Евгений. Твое финальное испытание. Спасибо. Да, я заберу. Только не бей меня, просто. Но я тебя бить не буду. Я тебя бить не буду. Я тебя буду учить. Учить тебя буду. Вот. Чему ты не будешь? Короче, мы избавили Евгения от страха высоты, страха скорости. Ну, я надеюсь, то, что избавили. Да, ну, вот. Конечно, избавили. Сейчас твой самый последний. Избавили? Не. А, не изба... Значит, это все бесполезно, да, было? Да. Очкун, значит. Хорошо. Сейчас самое финальное испытание, самый финальный страх. Страх! Может, ты догадаешься сам, какой страх? Эпилепсия. Настолько разноцветных таких... Не, Жека, это танцпол. Это танцпол. Какой нафиг танцпол? Жека никогда в жизни не танцует, потому что Жека стесняется. Не, ну подожди, во блоге твоем танцевал, правильно? Нет, это не считается. Мне главное, не, яблочный сок дать, и меня понесет. Все мы прекрасно знаем, то, что Жека не танцевал. Никогда не танцевал. Когда мы, Жека, куда-то идем, Жека никогда не танцует. Вот. Это же Жека стесняешься. Стесняется. Поэтому сегодня, Евгений, мы будем тебя учить танцевать, понимаешь? Танцевать мы будем. А какой самый лучший, знаешь, как в фильмах? Когда кто-то кому-то стреляет под ноги, то тот танцует лучше всего. Поэтому сейчас мы с тобой... Джага, Джага! Так, Жека, поехали, поехали. Жека! Гаджет! Давай, давай, нет, другим пулеметом, другим пулеметом! Нет, нет! Давай, давай, давай! Танцуем, танцуем! Танцуем! Танцуем, танцуем! Учимся танцевать! Учимся танцевать! Все, пока! Учимся! Че, ничего не взрывается? Я на воздухе! Или что? Как ты меня так подбросил? Я не знаю, я не знаю. Ты сделал так еще раз, тебе понравилось? Да, еще раз. Подожди. Давай, а как? Я реально не понял. Убиваем чуть-чуть. Патронов нет, обнимаю.
понимаешь, я тебя в воздухе могу подбрасывать. Новая механика Майнкрафта, я даже не знал. Я тоже даже не знал. В общем, садитесь, Евгений. Полетал, мне понравилось. В общем, хорошо. Больше Евгений боится ни высоты, ни скорости, ни танцулик. В следующий раз, когда мы с Евгением куда-то пойдем, я хочу посмотреть, как ты будешь танцевать. Не хочу. Значит, будет вторая часть, где я буду учить танцевать. В общем, ребята, ставьте огромные пальцы вверх на мой видос и на Жекин видос. Давайте наберем по 15 тысяч лайков, и мы обещаем то, что сразу же выпустим следующую серию троллинга. Вот прям сразу же, да. Да, да, я с вами согласен. А еще, если вы подпишетесь на наши инстаграмы и на каналы, то серия прям вообще прям пау и выйдет моментально. Пау и пау. Ребят, спасибо вам огромное за просмотр. Всем удачи и всем пока.